Всем привет, дорогие друзья, подписчики и гости моего канала. С вами канал Fuck You, и как всегда, друзья, у нас сегодня трейдинг, дневник трейдера. Дневную версию выкладывать, скорее всего, не буду. Получилась она длинная, да и не было сегодня сигналов по внутри дня, да. Поэтому отбираем сейчас, друзья, отбираем себе торговые инструменты, да, для ночной нашей стратегии. Итак, давайте промеряем последних 5 баров. Итак, 2 бара у нас по 100 пунктов по новозеландцу. Третий бар у нас 200 пунктов. Четвертый бар у нас 150. И пятый бар у нас почти 200 пунктов. Новозеландец подходит. Йенка мы видим сразу, йенка не подходит, рванула она сильно, да, обратно. Йенку сразу самый конец. Австралиец смотрим. Австралийчик у нас, давайте вот так вот. 400 пунктов, многовато, но давайте промерим. Это общий АТР его сегодня дневной, но давайте промерим именно бары. 200, 140, 200... 250 и 2 последних бара по 160 подходит. Австралийчик подходит. Фунт. Фунт, друзья. 100. 230. 280. 380. Ну, такое, конечно. И 250. Ну... Плюс-минус фунт можно тоже оставить. Да, последних 5 баров коротенькие. Вот один только был такой немножко большой. На 375 пунктов. Вот, немножко паранормальный, да. Немного великоватый. Ну, опять же, у нас еще час, да. Мы начинаем работать в 20.00. Сейчас мы просто готовимся, делаем отбор. Кстати, забыл сразу напомнить в начале видео, друзья. У нас же идет акция на канале. Вы разделите годовую прибыль нашего канала. Поэтому обязательно, друзья, делитесь этими видео. Обязательно делитесь этими видео в своих социальных сетях, в своих мессенджерах, отправляйте друзьям. Чем больше просмотров наберет наш канал, тем больше будет годовая прибыль канала, и мы сможем разделить ее между 5 победителями, которые будут комментировать видео, да. Вот, и 5 победителей, первое место 40%, второе, третье место по 20%, и третье, четвертое, пятое место разделят по 10%. Поэтому не стесняйтесь, делитесь с друзьями, мы ничего здесь плохого не делаем, мы учимся торговать на рынке Форекс, да, то есть ничего плохого, матов нету, можно даже детям показывать, может быть, ваши дети в недалеком будущем выберу для себя профессию как трейдер, да. Это очень перспективная профессия. Здесь можно зарабатывать достаточно немаленькие деньги. Вот. И не завися ни от каких дядь, которые, да, нам дают работу. То есть мы сами себе принадлежим и сами себе зарабатываем деньги своим умом, анализируя графики валют. А вот и все. Разбираясь и анализируя графики валют. Фунтик оставляем. Все, поехали дальше. Фунтик оставляем. Канадец, кстати, как там у нас видео идет? Запись, да, идет запись. Все нормально. Немножко скачал новую музыку. Ну, как-то она с разным битрейдом. Одна громче, одна тише. Ну, это уже надо будет потом сесть перефильтровать маленько. Потому что одна как-то громче, другая тише играет. Ну, разный битрейт у новой музыки. Давайте я переключу сразу. Вот эта музыка, допустим, громче уже играет. И уже будет меня перекрикивать. Скрутим маленько. Ладно. Так, поехали дальше. Канадец, друзья. Что у нас здесь канадец показывает? Канадец у нас 140.
200. И последние две свечи по 350. И остальные свечи по 260. В принципе, подходит. Канатчик тоже оставляем. Евро-доллар. Евро-доллар. Последние свечи. Вот эта свеча сколько у нас? 200. Новую мышку, друзья, себе поставил. 250. Немножко нею. Неудобно пока что. Ну как, удобно, просто еще не привык. 250. И это у нас 280. Тоже, в принципе, евро-доллар подходит. И франк, да, франк не подходит, потому что был у него сильный импульс. И вечером в конце, да, у него будет такой же импульс на выход. Люди будут выходить. И на выходе мы получим очень большое движение, да. Поэтому франк и иена нам не подходят на сегодня. Мы их сворачиваем. А остальные просто разделим, да, просто разделим вот таким вот образом. Угу, немножко неудобно. Так, хорошо. Тогда так, чтобы осталось только 4. Так, чтобы осталось только 4. Посмотрим, какой инструмент из этих 5 оставшихся нам больше всего не подходит. Ну, как, у какого инструмента были самые большие свечи, тот и выкинем. Да, у евро-доллара. Ну, у евро-доллара вроде небольшие были тут свечи, да, по 250 пунктов. Этот что, 250, тут вообще коротенькая свеча, тут 250, да, евро-доллар подходит. У канадца тут что у нас? У канадца 300, у фунта 350, австралиец. Ну вот фунт, конечно, фунт самый такой был, да, очень резкое движение вверх, чтобы сейчас под конец дня оно нам не дало хорошее движение вниз. Поэтому фунт, друзья, тоже исключим, да, фунт тоже исключим. И останется вот у нас 4 инструмента. Вот, мы сейчас немножечко это опустим, еще раз распределим. Все, теперь приподнимем. Чуть пониже, чтобы было видно низ. Все, в принципе, нижняя графа времени нам не нужна. Теперь каждую валютку мы переведем. Во-первых, увеличим, да, чтобы у нас было хорошо видно. И переведем на минутный график, друзья. Еще тоже увеличим. Вот, чтобы было лучше видно. Зачем тебе такие большие глаза, да? Так, тут у нас Bollinger Bands надо добавить. Советник, индикатор. Bears, Bulls, одежда Bands. Осцилляторы. Сейчас, друзья, сейчас. Трендовые. А вот есть у нас прям Bollinger Bands. Давайте добавим Bollinger Bands. Вот, все. В принципе, можно. Теперь можно это все дело сдвинуть. Вот. И минутка есть. Bollinger Bands есть. Здесь у нас тоже на минутку надо перейти и увеличить, друзья. Все, в принципе, все готово у нас для нашей торговли. Вот, все, друзья, жду сигнальчиков и включаюсь, как всегда, уже когда что-то у нас будет, да, то есть пробитие какое-то на 10 пунктов, да, и потом будем ждать возврата, увеличивая свои показатели. Так, здесь надо это все повыключать, алерты нам не нужны в данном виде торговли. Все, друзья, ставлю на паузу и ждем каких-то пробоев. Итак, друзья, вот первый прокольчик у нас по канадцу. Да, мы видим прокольчик. Все, зашел в позицию, жду. Уже подготовил себе следующий ордер на всякий случай открывать. Кстати, здесь надо take profit выставить.
take profit будем ставить по 25 пунктов, да, дабы не заморачиваться, друзья. Вот. Будем брать 25 пунктов теперь, а не 20. Почему 25? Потому что в тот момент, пока я выставляю, готовлю следующий ордер, вдруг, да, цена пойдет не в нашу сторону, наша цена немножко ускальзывает вверх, да. Вот, немножечко ускальзывает, и этих там 2-3 пункта, да, вот, они потом, мы их не добираем. А мы лучше поставим на 5 пунктиков больше, да, и будем добирать. Все, друзья, ставлю на паузу, ждем развития событий. Вот уже 20 пунктов прошла цена против нас, выставляем следующий ордер и готовим следующий. Еще цена немножко идет против нас. Все, друзья, ставлю на паузу, дабы не затягивать. В принципе, принцип вы знаете. А кто не знает принципа данной стратегии, посмотрите мои первые видео, где я подробно рассказываю о всех нюансах данной стратегии усредняющей, да. И вы все поймете, в принципе, принцип не тяжелый. Вот. Дабы не затягивать данное видео, я буду ставить на паузу и только буду вам уже показывать, да, что у нас получилось, как бы с данного лота, с данного захода, скажем так. Вот, друзья, так что ставлю пока на паузу и уже вам покажу, что у нас получилось. Еще раз напоминаю, для тех, кто не знает принципа этой стратегии, друзья, вы можете зайти, вот мы 20 отлетели, все, опять выставляем. И take profit подтягиваем уже ближе сюда. Вот. Для тех, кто не знает, вы можете пойти в видео, да, на канале вкладочка видео и найти ночная стратегия номер 1. Название видео. И там посмотреть, там я более детально и подробно рассказываю, как мы торгуем по этой стратегии, друзья. Все, пока ставлю на паузу, буду ждать, что произойдет у нас дальше по канадцу. Итак, друзья, получилось нам забрать этот ордер. Общий профит составил у нас 9.80, да. Вот мы можем... Видно вам там, не видно это все дело? Ну, сейчас я это двину. Да, видно. Общий профит у нас составил 9.80. Вот, 9.80. Вот все по лотам. Пришлось нам войти 5 лотами, да. Каждый лот был выше предыдущего в 2 раза. И потом в конце тенденции, да, в конце пробоя этого, разворачиваемся и уходим, друзья, вверх. В принципе, все красиво отторговали. Забрали хороший take profit в районе 10, вернее, долларов, да. Вот, кстати, мы сейчас это и ножничками зафиксируем. Да, вот так вот зафиксируем. Вот, дабы, потому что забыл я опять зафиксировать, да, что у нас произошло. Вот, все, друзья, и дальше продолжаем. Дальше продолжаем торговать. Сейчас здесь я опущу это окошко, чтобы нам было нижнее видно. Все, ждем следующего пробойчика и выхода в позицию, друзья. Все, ставлю пока что на паузу. Итак, друзья, еще один входик на 10 пунктов у нас было пробитие, но, к сожалению, не успел я войти по той цене, да, вот по этой, вот здесь я должен был входить. Ну, ничего страшного. Ничего страшного. Ждем следующей цены, друзья, или той. Да, сейчас здесь мы take profit себе вытянем повыше. Это много. Так, 22 пункта. Чуть повыше вот так вот. Где-то пунктов, чтобы было 25 у нас. Вот, 24-25. Так, кстати, я прозевал, и тут уже было открытие, походу, да, новое, или нет, или не было еще. Вот, ну все, друзья, короче, я сижу-слежу. Да, я сижу-слежу, вам включаю уже, когда что-то произойдет, да, или плюс, или минус. Ну, минус мы тут не рассматриваем, мы ждем, пока у нас цена не зайдет в плюсовую зону, да.
и открываемся каждый раз в два раза большим депозитом. Все, ставлю на паузу. Итак, друзья, еще один тык, профит есть, все, возвращаемся. Все хорошо было, вошел, по правилам еще бы раньше бы тык, профит бы достал, да, но если бы быстрее бы вошел. Вот еще как-то надо автоматизировать, я буду искать советник, надо поискать советник, который можно настроить на какие-то действия после пробития линии Боллинджера, да, это было бы, конечно, идеально. Если бы можно было бы настроить советник, что как только бар пролетел 10 пунктов через линию Боллинджера, открывается встречная заявка. Это просто был бы персик и все. А мне бы дальше только бы... если после открытия пролетает 20, открывается еще один удвоенный. Да, это бы, конечно, было бы бомба. Если такой советник найти, кто знает, может, кому-то попадались такие советники, подскажите, пожалуйста, где их можно найти. Вот. А я возвращаюсь пока что к общему виду, да, и мы продолжаем следить, что тут у нас. У нас вот здесь было тоже пробойчик был, но мы пока были в другой, да, мы были пока в евро-долларе. Вот. Сейчас уже влазить не будем, потому что... Хотя следующий импульс тоже был не меньше. Но сейчас уже точно влазить не будем. Все, друзья, жду я следующего импульса. Вот, следующего пробития. Вот что здесь у нас по пробитию. Блин, ну цена уже убежала. Блин, новая мышка, рука еще не привыкла к новой мышке. Такая маленькая, она аккуратная, похожа на этот самый, на айфоновскую такая маленькая, да. Еще рука не привыкла, очень мне неудобно пока что еще управлять, но ничего, я привыкну, да. Но зато мне удобно будет ее перевозить, потому что она намного лучше будет в чемоданчик от ноутбука помещаться. Так, друзья, ладно, ставлю на паузу, не буду затягивать видео и буду следить, где будет пробитие хорошее, буду заходить. Итак, друзья, еще одна сделочка у нас по новозеландцу, пробойчик у нас состоялся. Все, друзья, слежу, смотрю и как только что, сразу включаю, вам показываю. Итак, друзья, вчера засадили мне по новозеландцу, короче... Вот, пришлось высиживать просадку, да. Просадочка была около 100 пунктов максимальная, нет, даже больше. Сейчас, заяц, сейчас, погоди. Максимальная была просадка даже 280 пунктов, да, от входа, от последнего лота. Вот. А так было около 100-130 пунктов, 150 пунктов, да. Вот. Потом ночью был вот такой вот, вот такая вот свеча, да, холостая. И потом все распродали, да, то, что выкупили. Все распродали. Это на токийской сессии у нас все было. Да, иди, пожалуйста, с планшетом туда. Папа тут делает видео. Ну, посмотрю, я приду. Вот. Сейчас. И получается, мне ничего уже не оставалось. Это уже было 2 часа ночи, да. Я уже думаю, ладно, take profit и повыставляю и пойду спать. Все равно... Мне ничего не остается. И вот утром сегодня в 9 утра я проснулся и смотрю, друзья, все тейк-профиты позакрывались, да? Вот. А тут как раз у нас и на часовом графике, как мы видим, произошло то, что и произошло. У нас, получается, был пробой, да, линии Боллинджера часового. И потом через несколько часов мы все-таки дошли до середины канала, да. То есть цена у нас выходила и выше, и выше. Все как у нас на минутке, точно так же и на часики у нас сработало.
И потом мы дошли до серединки канала и закрылись. Итого наша прибыль составила, друзья, порядка $400. Вот. Порядка $400. У нас было 232. А сейчас у нас 400. А сейчас у нас 615. Порядка $400 точно. Приблизительно, да, чтобы не внедряться в подробности. Итак, за сегодняшнюю ночь. Вот так мы были засажены, да, а теперь мы присажены, друзья. Ладно, всем спасибо за внимание. Сегодня были хорошие у нас торги, да, ночью. Нам, конечно, и засадили. Мы могли стать вечными инвесторами, но судьба на нашей стороне, и мы не стали вечными инвесторами, а взяли хорошую прибыль, да. Вот, посидели немножко в просадке, просидели ее. Хотя, опять же, риски у этой стратегии очень большие, поэтому я и предупреждаю, смотрите. Если бы, допустим, мы заходили на вот этой свече, бы нам так засадили, да, на вот этой свече. Смотрите, уже сколько дней цена не возвращается в этот диапазон. Просто там 7 дней, да? 1, 2, 3, 4, 5, 6. 5 дней. Цена не возвращается, друзья, в этот диапазон. Поэтому, ну, вот в этот я имею в виду. Поэтому на этом пробое, да, дневном вроде как бы тоже был пробой, но цена не вернулась к середине Боллинджера. Вот. У нас тренд хороший, да, по Новой Зеландии, и она идет. Смотрим сюда, это у нас 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. 7 дней, да? H1 переключаемся. Уменьшим график немножко. 1, 2, 3, 4, 5. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Меряем свечки. Мы садимся где-то в 20. Мы садимся где-то в 19.00, да? Вот у нас свечка 19.00. И тут у нас 115, 112. И эта свечечка 430. Мы бы просто этот инструмент в этот день не отобрали. Мы отбираем только те инструменты, у которых последних 5 свечей, друзья, не больше 200 пунктов, да? Вот. А тут у нас одна свечка 250 и вторая свечка или бар 460. То есть резкий импульс. Как раз перед закрытием рынка нам бы не дал отобрать этот инструмент, да. То есть мы бы увидели, что здесь появился какой-то покупатель крупный, да, который сделал такой резкий импульс, и мы бы просто этот инструмент не отбирали. Также и здесь, друзья, тоже смотрите, 18-19. Тоже 250, 260, 200, а предыдущая свеча 350. Поэтому эти бы мы бы просто не отбирали, друзья, дни. Ну вот, а вчерашний день был очень даже хороший. Все, друзья, всем спасибо за внимание, ставьте лайки, подписывайтесь на канал. Вот такая была клевая у нас сегодня ночная торговля, которая затянулась аж на утро, но зато она того стоила. Все, всем пока-пока.